Чувак, здорово! Здорово, братик. А ты чего ходишь, всем тут моешь фары, номера? А я с группы поехали на бой. И чё? Вы там чё, группа мойщиков, что ли? Или чё у вас? Нет, там? Мы группа своих не бросаем. Персонал, видишь, номера ничего не читает. Все, все, понял. Чё, сколько тебе машин ещё осталось помыть? Бля, ещё свою, чё, короче, не... Чё, здесь-то будешь мыть? Тоже ведь надо, смотри, грязный уже. Да, разрешение хули спрашивать. Так я думаю, не надо. Добрые дела, не надо. Ты же... Тебя не Тимур зовут? Друг, а что ты делаешь? Молодец. А я тебе вон фонарик. Мы тебе фары пока помоем. Вот, номер что, надо? Да, конечно. Чтобы знать было. Ну все, закончишь, подходи на чай. Вот Скания стоит с края. Да, подходи, подходи, вот. Так, ну что ты, сапожник, давай свои сапоги тоже в порядок приводи. То есть для дерзкого фиата не осталось? Для дерзкого фиата? Ты хоть знаешь про дерзкого фиата? А? Ты слышал ты про него, да? Нет, а ты знаешь? Говорят, про него целые басни тут ходят. Ты про него вообще не говорил, он дерзкий фиат, понял? Это тебе не топ-лайн. С ним лучше не связываться. Ну-ка давай это из-за угла посмотрим, где он там. Вон он. Опа, нахуй. Видал такого, нет? Ну, это нахуй. В Екатеринбурге. Я туда не пойду тогда. Да пойдем, не ссы, посмотрим. Ты знаешь его, да? Да я за Карифлайн мой. А, все, не вопрос. Правда, он вас топ-лайнов, нахуй, блядь, уничтожает, нахуй. Да мне похуй. Топ-лайнов по имени, блядь. Юрий, нахуй. Ты нихуя. Юрий такой весь, блядь, ушастый. Такой вот ушастый, такой вот дерзкий. Все, короче, я камеру выключаю, он, похоже, идет сюда, блядь.